Сегодня в общеобразовательных школах города активно внедряются новые технологии обучения и развития детей. Одной из них является мнемотехника – система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Психолого-педагогический семинар на тему развития вербально-логического мышления младших школьников с помощью мнемотехники прошел в четверг 28 февраля на базе 9 школы. Обучение с использованием этой технологии способствует развитию различных видов памяти – слуховой, зрительной, двигательной, тактильной. Мнемотехника стимулирует активизацию мышления, внимания, воображения, речи, восприятия и других познавательно-психических процессов. В теоретическом разделе семинара завуч по начальному обучению Марина Нияченко посвятила свой доклад проблемам в развитии речи у современных школьников. А практический психолог Елена Бакеркина рассказала о том, как работает данная технология на уровне психологических и физиологических процессов у детей. А затем перешли к практической части. Педагоги начальной школы Валентина Редер Наталья Литинская и Валентина Фролова представили свои мастер-классы, демонстрирующие эффективное применение мнемотехники при изучении русского, украинского и английского языков. Общий вывод семинара – каждый ребенок располагает способностями к эффективному обучению, но важно правильно подавать ему информацию. И таким эффективным инструментом ее преподнесения является мнемотехника. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».